такой для тебя Екатеринбург? Нравится тем, что сочетает в себе как и ритм, какую-то целеустремленность в людях, что людям все равно что-то нужно, они куда-то торопятся, идут, но при этом это не сплошной бешеный ритм. Есть какой-то элемент спонтанности в Екатеринбурге, спокойствие. ЕКБ, естественно, самый лучший город в мире. Очень красивый, у нас замечательная архитектура и совершенно бешеный. У нас активный поток машин, активный поток людей. ЕКБ самый лучший. Ассоциируется с холодом. Уральская погода, конечно же, показывает свой характер всегда. Вот. Так что ассоциация с чем-то приятным, родным, близким, но в то же время прохладным. Хочется закутаться во что-то потеплее. Для меня Екатеринбург – это гейзер России, это реально самый свободолюбивый город, город, который не приемлет какие-то тренды, у него на все есть свое мнение, и поэтому я, хоть меня и давно переманивают в Москву, я все равно остаюсь здесь и являюсь реально символом этого города. Екатеринбург пахнет уютными заведениями, вкусной кухней, красивыми девушками, движением, жизнью и бесконечным потоком энергии. На вопрос, чем пахнет Екатеринбург, я хочу ответить, наверное, молодежью и вейпом сладким. А вообще, да, Екатеринбург пахнет креативными людьми, стилем, модой и все, что с этим связано. Пахнет вкусными духами. Для меня Екатеринбург пахнет свежей выпечкой по утрам, латте с корицей и, возможно, душевными беседами. Для меня Екатеринбург в первую очередь ассоциируется с любовью. Потому что любовь для меня это по жизни такое очень важное слово, которое связано с проявлением чувств, с проявлением каких-то важных событий в жизни. И очень много событий и очень много моментов в жизни у меня произошли именно в Екатеринбурге. Какие места в городе твои самые любимые? Мое любимое место в Екатеринбурге это, конечно же, Плотинка. Потому что вся молодость практически прошла на ней. Мы очень много гуляли, много теплых воспоминаний. А сейчас очень круто еще отремонтировали ту часть Плотинки, которая ближе вот к Гринвичу. Там вообще круто и пофоткаться там можно. И, кстати, вот это, мне кажется, тоже очень крутое место, бренд-стор для фотосессий. Гуляю я в основном в торговом центре, потому что я стилист, и все мои пешие прогулки, 20 тысяч шагов в день, я прохожу именно в торговых центрах во всех города Екатеринбурга. Место возле Ельцин-центра, потому что я считаю его супер стильным. Можно пофотографироваться и рядом с Ельцин-центром, и через дорогу буквально есть прекрасное место с ресторанами, в частности ресторан «Барбара», возле него прямо очень прикольные кадры получаются. Мне очень нравится заведение «Энгельс», потому что там невероятно вкусные вафли, и еще там мне очень нравится, как делают кофе, и еще там очень вкусные десерты. Вот. Грейн, потому что я люблю там блинчики с ветчиной и сыром. В Екатеринбурге я больше всего люблю район Тихвина, Радищева. Улица очень красивая, много интересных бутиков, архитектура. Мне нравится Плотинка, эти фонтаны, атмосфера просто замечательная. Ну и следующее место очень нравится Клевер Парк. Красивая подсветка, атмосфера великолепна. Я люблю гулять по набережным Екатеринбурга, особенно мне нравится набережная около Макаровского моста. Там обалденная подсветка, а также получаются прикольные фото. Да, я очень сильно люблю завтракать дома. Это для меня особенный ритуал, после которого я иду и снимаю взор большой. Самые известные бренды из Екатеринбурга. Well, for me, I think that Oral Music Night is one of the best brands in the city. It reminds me of something back home in Texas called South by Southwest. It's an event where the whole city shuts down for just a display of arts, of music, live music. Every bar, every restaurant, every concert hall has music happening. And it's the same thing here in Yekaterinburg for Oral Music Night. Except I've never seen so many people in one place.
near the center of the city. It was just out of this world how many people were there. From an aerial view, when you look down, it's like a wave of people. And for me, it was very impressive and exciting. So I think that has been the most exciting thing for me, the best brand so far, Oral Music Night. Екатеринбург – это одна большая любовь. Советую. Обожаю Екатеринбург. Обожаю Екатеринбург.